Вот, собственно, вам будут вещать, показывать презентацию я, ассистент Высшей школы автоматизации и робототехники, Ирина Николаевна Хрусталева. Можете показаться, Ирина Николаевна, или сообщить, Да, что вы я здесь? здесь. Сейчас, секундочку, у Кандидат. меня с камерой небольшие проблемы. Старший преподаватель Высшей школы машиностроения, кандидат технических наук. И Габриэль Антон Сергеевич, старший преподаватель Высшей школы автоматизации и робототехники. Добрый день. Есть, отлично. Если все готовы, то я готов тогда продемонстрировать нашу презентацию. Немножко времени. Есть? Да, презентацию видно. А ее видно в Да, полноформатном видно, режиме? полноформатно. Супер. Она, сейчас, секундочку. Проверим, листается она или нет. Да, листается. Все, супер. Тогда мы можем начинать. Я передаю слово Ирине Николаевне. Да, наша презентация будет на две части разбита. Основную часть расскажу я, это будут организационные вопросы и несколько задач, ну, пример разбора нескольких типовых задач, которые могут встретиться в Олимпиаде. Значит, данный тип задач относится как к магистратуре, так и к бакалавриату. Можно следующий слайд? Значит, начнем с правил и порядка проведения заключительного этапа Олимпиады. Финал проводится в форме выполнения задания в режиме реального времени. Соответственно, да, будет осуществляться прокторинг. То есть вам необходимо обязательно иметь камеру, которая, да, естественно, должна работать, и микрофон. Соответственно, прокторинг будет производиться в Zoom. Следующее – это во время проведения состязаний участникам также необходимо иметь при себе обязательно оригинал документа. Да, в вашем случае это паспорт. Значит, его будет необходимо будет предъявить. Соответственно, если организаторы попросят вас это сделать, соответственно, на странице с фотографией для прохождения процедуры идентификации. Значит, если у вас не окажется по какой-либо причине, соответственно, паспорта, если вас попросят, да, его предъявить, ну, это одно из оснований для дисквалификации. Далее, каждый участник загружает в установленные сроки в личном кабинете на интернет-портале Олимпиады идентификационную карту. Значит, данный документ находится в вашем личном кабинете, его необходимо распечатать, подписать и загрузить скан данного документа, соответственно, на портал. Сроки у вас установлены в вашем личном кабинете. Следующий слайд. Далее, что касается времени, которое вам дается на выполнение ваших заданий. Олимпиада начнется как для бакалавров, так и для магистров в 10 часов по московскому времени. Значит, на выполнение заданий вам отводится 240 минут, да, это 4 часа. Значит, в эти 240 минут у нас входит и время, которое вам дается на скачивание и распечатку тех бланков заданий, которые у вас загружены в личном кабинете. Соответственно, это время на решение заданий. И также сюда же входит в эти 4 часа время на, соответственно, загрузку ваших готовых уже заданий в личный кабинет.
Как я уже сказала, участнику заключительного этапа необходимо иметь регистрацию на облачной платформе Zoom. Соответственно, да, здесь у нас будет производиться прокторинг. То есть, да, мы за вами будем наблюдать, что вы будете делать в процессе выполнения заданий. Также, да, немаловажный пункт – это при подключении конференции, когда вы в Zoom будете подключать, обязательно указывайте при подключении фамилию, имя и отчество, как у вас в паспорте. Значит, если организаторы, да, не смогут вас идентифицировать, то есть, да, вы там какое-то другое имя забьете, соответственно, да, это тоже один из поводов для вашей дисквалификации. Значит, ну и ссылка на конференцию и задания будут, как я уже сказала, указаны в вашем личном кабинете. Далее. Следующий слайд. Ага. Значит, по структуре и содержанию заданий. Значит, что для магистратуры и бакалавриата, они одинаковые. Это общее количество заданий 10 штук. И, соответственно, максимальное количество баллов за каждое задание 10 баллов. Дисциплины, по которым будут вам предложены задачи, это метрология, стандартизация и сертификация. Ну, данная дисциплина далеко не первый раз, да, присутствует в олимпиадных задачах. Далее, технология машиностроения, детали машин, теория механизмов и машин, программирование станков с ЧПУ и мехатроника и робототехника. Ну, первые четыре дисциплины, они традиционно и в предыдущих трех сезонах были. Соответственно, вот программирование станков с ЧПУ и мехатроника с робототехникой, вот данный тип задач, он новый для данного этапа. Далее, слайд. Требования к оформлению ответов на задания. Значит, как я уже сказала, вы будете из личного кабинета скачивать бланк с заданиями. Значит, он будет у вас представлен в формате doc. Также в личный кабинет будут загружены файлы в формате компаса, потому что у нас будет несколько задач, например, по построению размерных цепей, да, чтобы вам не перерисовывать вот этот огромный чертеж, соответственно, файлы компаса вам будут предоставлены. Вы можете, соответственно, построить размерные цепи в компасе и потом сделать принтскрин экрана и картинкой уже вставить ваше решение данной задачи уже в бланк ответа. Ну, собственно, да, мы плавно переходим к следующему пункту. Это решение каждого задания приводится в решение каждого задания приводится в специализированном бланке ниже условия соответствующего задания. Да? То есть у вас будет формулировка задания, и далее вы под данной формулировкой уже будете писать ваше решение, или, соответственно, если это вот как задача, например, на построение размерных цепей, значит, необходимо будет ставить скрин экрана, да, с компаса, картинку. Далее, все ответы в специализированном бланке заполняются машинописным текстом. Значит, вариант распечатать бланк, написать от руки, потом его сосканировать и перевести в формат PDF, вот этот вариант нам не подходит. То есть все печатаем, если необходимо нарисовать рисунки, значит, рисуем их, например, в компасе. Вот здесь вот хочу обратить ваше внимание, что мы не требуем, чтобы вы пользовались исключительно компасом. Вы можете пользоваться любой CAD-системой, которая вам удобна. Но все-таки рекомендация – это компас, так как я уже сказала, например, задача по размерным цепям вам будет выдана именно в формате компаса. Далее, схемы и чертежи, разработанные в графическом редакторе, вставляются, как я уже сказала, в формате рисунков. И готовая работа сохраняется обязательно в формате PDF и загружается в ваш личный кабинет.
Так, следующий слайд можно. Значит, и сейчас мы посмотрим, да, я вам расскажу несколько типовых задач, которые будут у вас на самой Олимпиаде. Значит, ну, традиционная задача – это задачка по метрологии, это построение размерных цепей. Ну, если кто-то участвовал в предыдущих турах Олимпиады, сезонах, соответственно, да, то вы знаете, что она традиционно есть и у бакалавров, и у магистров, данный тип задачи. Значит, что вам необходимо сделать? Ну, вот как вы видите на левом рисунке, вам будет дан сборочный чертеж, соответственно, и обозначено замыкающее звено. Значит, вам необходимо будет построить размерную цепочку и обозначить уменьшающие и увеличивающие звенья. Значит, и на основе этого написать уравнение размерной цепи. Значит, еще раз повторюсь, такая задачка будет как у бакалавров такого типа задачек, так и у магистров. Следующий слайд. Ирина Николаевна. Ага. Да, все, спасибо. Далее. Следующий тип задачи – это анализ конструкторской документации на соответствие нормам ЕСКД. Значит, что вам необходимо будет сделать? Значит, вам будет предоставлен чертеж. И ваша задача – найти ошибки в чертеже. Да? То есть вам необходимо будет проанализировать чертеж именно на соответствии ее данного чертежа нормам единой системы конструкторской документации. То есть у вас есть еще достаточно много времени, вы можете успеть еще, да, скачать ГОСТ и почитать, как правильно оформляются чертежи. Также, да, здесь, наверное, следует обратить на что внимание, да, что такое технические требования, что такое технологические задачи, да, как правильно они отражаются на чертеже, да, там, например, как правильно проставляются допуска формы, там, допуска расположения, там, какая разница между ними именно в обозначении. Значит, здесь вот будут ряд ошибок, соответственно, вам их необходимо будет описать, да, то есть по пунктам, там, первая ошибка, в чем ошибка и как, и что должно быть, да, как должно быть правильно, согласно нормам ЕСКД. Также такой тип задач встречается как у бакалавров, так и у магистров, поэтому, соответственно, и бакалаврам, и магистрам рекомендую, да, посмотреть, вот, освежить в памяти вот эти вот нормы ЕСКД. Следующий чертеж, слайд. Далее, следующий тип задач, он направлен на, он по дисциплине программирования станков с ЧПУ, и может быть несколько вариантов. Это как разработка управляющей программы. Вот на рисунке 1 слева, да, у вас представлен контур детали. Соответственно, вот задание звучит так, что разработать управляющую программу для обработки контура. Значит, в программу вы можете разрабатывать как в системе Синумерик, так и в системе Фанук. Соответственно, да, к кому какая система ближе. Значит, вам необходимо написать именно код данной управляющей программы. И второй вариант задания, который может быть, это восстановление контура по фрагменту управляющей программы. Вам будет задан кусок программы. Соответственно, вам необходимо будет восстановить контур данной детали, расставить размеры и обозначить нулевые точки и систему координат, да, соответственно, откуда у вас ведется отсчет. Вот здесь бы хотела обратить ваше внимание
на то, чтобы вы вспомнили, что значит разрабатывать управляющую программу на контур деталей, или вы прописываете код на эквидистанту. То есть здесь вот вспомните, в чем разница. Следующий слайд. Так, нет, этот можно пропустить. Так, и я сейчас передам слово Антону Сергеевичу Габриэлю. Он расскажет вам по типовым задачам, которые будут представлены по дисциплинам робототехника и мехатроника. Антон Сергеевич. Да, добрый день. Меня видно, слышно? Слышно. Видно и слышно, да. Добрый день. Я не буду опираться ни на какие слайды. Основное, что я хочу сказать, именно про робототехнику, да? Задачи по робототехнике, они будут, нет, не будут требовать от участвующего в Олимпиаде никакого решения технического. Задача будет поставлена вот в таком вот формате. Давайте я просто как пример скажу, да? Например, вот такая задача. Стоит задача разработать концепцию группировки инопланетных роботов для работы, например, на Луне. И от вас будет требоваться просто в текстовом виде описать ваше видение решения подобной задачи. То есть вы должны будете показать, что вы поняли эту задачу, да, и привести все, по вашему мнению, необходимые технические решения, естественно, с обоснованием их. То есть как, самое простое, наверное, это показать проблему, какая будет стоять перед разработчиком, и ваше мнение, как эту задачу решить, эту проблему решить. Никаких, еще раз говорю, там расчетов не требуется, нужно просто показать понимание этой задачи. И, естественно, просто описать ее в свободной форме, в виде какого-то текста. И вот это вот ваше решение будет оцениваться в итоге. Естественно, чем больше будет видна глубина проработки вопроса, чем будет больше видно, насколько вы изначально эту задачу поняли и как вы к ней подошли с точки зрения решения, вот это и будет оцениваться. Пожалуй, вот это вот основное. Ну вот, наверное, все. Так, ну, я, наверное, подведу небольшие итоги тогда. Значит, на предыдущий слайд вернитесь, пожалуйста. Значит, что хотела бы еще в качестве замечания сказать? Значит, рекомендация, наверное, даже больше. Не оставляйте, да, нерешенные задачи. То есть если вы понимаете, да, что вы до конца не можете ее решить, да, соответственно, может быть, каких-то знаний по каким-то причинам не хватает, в любом случае, хотя бы начало, может быть, формулу даже какую-то записать, потому что, да, за чистый лист вам никаких баллов не дадут. То есть хотя бы какие-то свои мысли, какие-то формулы, какие-то, может быть, да, вот ваши идеи. Понятно, что максимальный балл вы за это не получите, но хотя бы там 1, 2, 3 балла, да, в зависимости от того, да, насколько объемные будут вот эти вот ваши мысли, да, вы себе в копилочку сможете положить. То есть это вот, наверное, одна из таких все-таки рекомендаций, да, что по возможности ваши мысли излагайте по всем задачам. Значит, и сейчас я основные вопросы расскажу, да, на что необходимо еще обратить внимание. И вот здесь вот в чате есть несколько вопросов, тогда мы на них ответим. Можно я здесь вклинюсь, Ирина Николаевна? Да, конечно. Вот как раз по этому слайду, да, вот первые три, вот первый, второй, третий пункт, там почему-то два третьих пункта оказалось у нас, но скажем так, это 3.1, да, будет пункт. Здесь я хотел сказать, это вот задачи, которые касаются дисциплин теории механизмов и машин и детали машин, да. Главное, что я хотел тут сказать, что уровень этих задач абсолютно соответствует
планом учебным любого технического вуза. Никаких там супер навороченных заданий, которые требуют каких-то дополнительных знаний для их решения, здесь не требуется. Это вот действительно примеры можно посмотреть в любом учебнике по ТММ или детали машин. Вот этого же уровня задачи здесь в заданиях и будут. А можно мне вклиниться еще? Да, конечно. Ирина Николаевна, вы упоминали о том, что у нас еще задачи от предприятий будут? Нет, я еще не упомянула об этом. То есть вы упомянете еще? Да, конечно. Ну, хорошо. Так, значит, ну, про первые три пункта, да, сказали, что это несложные задачи, соответственно, да, базового курса по техническим специальностям. Далее, про следующее, структуру управляющей программы для станков с ЧПУ. Значит, ну, здесь я уже кратко рассказала на примере задачи, да, то есть посмотрите, вспомните, как строятся правильно управляющие программы, то есть, да, что Фанук, если вы будете выбирать его в качестве системы для программирования, что Синумерик, принцип построения один и тот же. Соответственно, посмотрите основные команды, да, как, какие команды за что отвечают. Ну и опять же, да, повторюсь, нюанс, да, что такое программирование контура и что такое программирование эквидистанта. Здесь ну, достаточно принципиальные две вещи. Далее, построение размерных цепей. Ну, здесь на примере задачи уже было разобрано, да, понятие увеличивающего и уменьшающего звена и также уравнение размерной цепи. Вспомните, да, как оно записывается. Далее, следующий тип задач, который может встретиться, это из технологии машиностроения, это определение количества годных деталей в партии. Ну, те ребята, которые участвовали у нас в предыдущих сезонах, да, соответственно, они могли видеть данного типа задачи. Также в демо-версии, в спецификации, соответственно, данный тип задач есть, можете посмотреть его. Далее, на что необходимо, на какой вопрос обратить внимание? Разработка технологического маршрута обработки деталей. Ну, будут задания на именно проектирование маршрутов обработки. Да? Вспомните, что такое технологические задачи, что туда входит в технологические задачи. Соответственно, какие методы обработки применяются для формообразования различного типа поверхностей и какое технологическое оборудование и технологическая оснастка применяется для, соответственно, обработки деталей различного типа. Далее, как уже был пример, это анализ чертежа деталей на соответствие нормам ЕСКД. Следующий вопросы, на которые необходимо обратить внимание, это вопросы, связанные с метрологией, это расчет основных параметров для посадок различного типа, да, ну, здесь посадки или с натягом, или с зазором, и также назначение посадки по рассчитанным параметрам, да, то есть необходимо вспомнить, как выбрать посадку по тем параметрам, да, которые вы рассчитаете. Далее, определение грузоподъемности соединений, ну, это относится к деталям машин. Далее, технологические процессы сборки и ремонта изделия. Ну, здесь, наверное, да, больше такая логическая задачка, которая направлена на анализ конструкции, да, соответственно, функционального назначения, как работает данная конструкция и какими методами, способами, да, можно произвести, например, ремонт, если какая-то, например, деталь вышла из строя. Далее, определение предельных нагрузок резьбовых соединений, тоже из курса деталей машин. Ну и Антон Сергеевич уже вам рассказал пример задачи по робототехнике. Значит, у нас задачи как из курса учебной программы, и, соответственно, у нас также представлены задачи, которые нам прислали предприятия. То есть это действительно производственные задачи, которые встречаются на предприятиях. Значит, вот вам предлагают их решить.
оценивать эти задачи будут непосредственно представители того предприятия, с которого, да, к нам поступили данные задачи. Ну, это, наверное, такая основная информация, такие основные вопросы, на которые следует уделить внимание. У вас еще есть достаточно времени. Значит, и, наверное, можно перейти к ответам на вопросы. Вот здесь в чате есть? Да, Ирина Николаевна, есть. Мне как, озвучивать вопросы или вы сами прочитаете? Я бы озвучил. Давайте озвучим вопросы. Елена Виссарионова пишет. Здравствуйте, а что делать, если во время финала проходит образовательный форум в Самаре? Нет возможности участвовать с видео, так как я буду в другом городе. Так, ну, и распечатать здесь на самом деле проблема достаточно большая, потому что у нас в регламенте четко прописано, что вы должны, соответственно, зайти в Zoom с камерой и микрофоном. То есть если у вас нет возможности участвовать в видео, соответственно, мы не сможем полноценный прокторинг обеспечить. Да? Значит, вам только один совет – искать, как вы можете к нам подключиться с камерой. Ну, через телефон. Zoom позволяет, я вклинюсь, Zoom позволяет параллельно подключиться с компьютера и параллельно с мобильного телефона, на котором есть камера, например, и микрофон. Он позволяет параллельное подключение, поэтому, я думаю, проблемы нет. Ну, как вариант, да, подключиться с телефона. То есть мы должны видеть, что вы делаете в течение этих 4 часов. Камера – это обязательное условие. Угу. А распечатать так, негде. И распечатать будет негде. А распечатать что? Ну, я полагаю, задание. Тут спрашивали по поводу того... Задание мы не печатаем. Ага, мы печатаем там идентификационная форма. Угу. То есть, ну, она должна быть обязательно заполнена. Я могу честно сказать, я эту идентификационную форму не видела, но я предполагаю, что там есть ваша где-то, может быть, подпись. Ну, то есть не задание необходимо распечатывать, а... Задание не, мы не распечатываем. Задания оформляются именно, как я уже сказала, машинописным текстом, то есть вы все набираете в Word. Если вам необходимо нарисовать какой-то рисунок, вы его рисуете в удобной для вас системе, соответственно, делаете скрин и вставляете данный рисунок. Бланк заданий не распечатывается. И еще одно небольшое замечание. Я пропустила, к сожалению, его пока вот рассказывала по правилам оформления. Значит, на бланках ответа, вот там, где вы будете вписывать ваши ответы, да, к задачам, значит, там не должно быть никакого указания, да, вот на участника, да, то есть там никакого фамилии, имя, отчества, ничего не должно быть, чтобы указывало конкретно на вас. Это обязательное тоже условие. Мария спрашивала, разве задание необходимо распечатывать? Мы ответили. А Майя, при отсутствии веб-камеры и на ПК могу ли я использовать 2 устройства? Да, Антон Сергеевич ответил. Где можно будет посмотреть запись конференции? На сайте Олимпиады. Я профессионал. Будет запись, соответственно, загружена. Егор Ракшин спрашивает, требуется ли обязательно распечатать бланк с заданиями? Ну, уже ответили. Можно ли писать G-код текстом без прочих программ? Здесь в том и задание, да, вы пишете именно G-кодом, то есть без использования CAM-системы какой-то, поэтому здесь и не заострялось внимание, да, что вы можете использовать там MasterCam, NX или еще что-то. Этим пользоваться нельзя. То есть вы пишете именно вот от руки коды для, соответственно, программирования вашего контура. CAM-система не используется. Дальше вопрос от того же участника. В отчете, который отправляется по написанию 10 задач, вкладывается решение в виде рисунка, например, поставленные размерные цепи? Да, значит, у вас в бланке задания будет формулировка,
задачи, и ниже у вас прям там будет такая фраза «Ответ участника состязаний». Соответственно, под данной фразой вы, значит, делаете, ну, я так думаю, что большая часть все-таки ребят будет работать в компасе, да, так как мы предоставим файлы в компасе. Соответственно, вы чертите эту размерную цепь в компасе и делаете скрин экрана и как фотографию прикладываете. Значит, единственное, что у меня, ну, не у меня, да, вот требование такое, что должно быть четко видно, да, вот все вот эти вот размеры, которые вы начертите в компасе, да, то есть достаточно четко должно быть все видно, потому что если мы не поймем, да, от какой поверхности до какой вы проставили размер, соответственно, будет трактоваться не в вашу пользу. Четкость самое главное. Продолжаем с вопросами, я думаю, да? Да. Спасибо. А Майя, каким образом будет осуществляться чистота Олимпиады? С помощью зала можно написать и на 101 балл. Честно говоря, я не особо понял вопроса. Я так понимаю, вопрос состоит в том, что как мы будем отслеживать, списывают ребята или нет. Ну, во-первых, у нас будет прокторинг, да, то есть вы зарегистрируетесь в Zoom, мы вас будем прекрасно видеть. В течение всех 4 часов вы обязаны решать задание со включенной камерой. То есть это прекрасно видно, кто куда полез и кто у вас там на заднем фоне входит и вам подсказывает. Поэтому вот, наверное, за счет именно прокторинга. Угу. На сайте разве есть демоверсия? Юзер спрашивает. То есть как должна быть? На сайте я вот на этот вопрос сейчас затрудняюсь ответить, есть ли она или нет, но организатором демо-версии от нас была отправлена еще на прошлой неделе. Возможно, не успели еще ее загрузить, но она в начале прошлой недели уже была полностью сформирована. Ну, вообще, мне, кстати, говорили, что организаторы Олимпиады, те, которые выше стоят, так сказать, они все обновления, так сказать, на их сайте делают по воскресеньям. То есть, по сути дела, уже должно все быть. Но тут в чате пишет Денис Уваров, что демо-версия до сих пор не появилась на сайте Олимпиады. Ну, мы уточним этот вопрос. Могу пока следующие вопросы идут, и Ирина Николаевна будет на них отвечать, я попробую узнать, что с демоверсиями. Где можно посмотреть задания прошлых лет? Никита Че спрашивает. Ну, если честно, я вот на этот вопрос затрудняюсь ответить, насколько мы давали согласие на открытие данной информации. А, по-моему, нигде. Я так понимаю, что да, задания прошлогодних олимпиад, их на официальном сайте «Я профессионала», ну, по крайней мере, я их не видела там. Дальше. Егор Ракшин спрашивает, а когда появится демоверсия? До сих пор нет. Будет ли задание по пневмосхемам? Нет, не будет. Денис Уваров спрашивает, какие предприятия можно узнать. Предприятие одно от Ижорских заводов, одно задание будет, и несколько заданий от Кронштадтского морского завода. Александр Сидоров спрашивает, разрешено ли нахождение в комнате других лиц, в том числе участвующих в Олимпиаде, живу в общежитии. Ну, я так думаю, что в любом случае, да, мы же не можем вашим соседям запретить присутствовать в своей же комнате. Но вы же понимаете, да, что если мы увидим, что они вам подсказывают, да, то, соответственно, это повод для вашей дисквалификации. Павел Попов спрашивает, можно ли будет отключить звук во время выполнения? Я думаю, что нет. Юзер спрашивает, в задании на анализ ЕСКД будут ли неправильные значения посадок или только оформления?
В задании на соответствие ИСКД там посадок нет. Там будет вам дан чертеж вала. Ну, например, вала, там зубчатого колеса, там корпусной детали, да, ну, соответственно, да, там есть только точность, да, соответствующей поверхности. То есть это не сборочная единица, где мы говорим о посадках. Здесь все-таки, да, речь идет не о самой посадке, да, на посадке будут другие задания, где рассчитать, да, параметры посадки, как я уже сказала. Здесь именно проанализировать чертеж, да, на корректность оформления вот технических параметров. Егор Ракшин говорит, что... Сейчас, секундочку. У меня довольно шумная клавиатура. Можно ли будет отключать микрофон в процессе печатания заданий, либо ставить тихую клавиатуру? Ну, ставьте тихую клавиатуру. Елена Васарионова. Распечатать форму идентификационную надо будет прямо во время Олимпиады? Я думаю, да. Да, да, конечно. Во время Олимпиады просто времени у вас не будет на это. Угу. Никита, задания для всех участников одинаковые? Я думаю, что мы, наверное, не будем на этот вопрос отвечать. Для бакалавриата и для магистратуры они разные. Угу. Это да. Егор Ракшин, в какой версии компаса будет выдаваться задание? И в какой формат загружать решение, PDF или doc? Значит, формат компаса мы сохраним в одной из самых низких версий, чтобы она, чтобы вы смогли открыть ее. Значит, соответственно, в каком формате загружать решение? Все решения загружаются в формате PDF. То есть, в принципе, у вас бланк с заданиями, он это один файл, куда вы будете вставлять все свои решения, да, после формулировок соответствующего задания, и вот этот один файл вам необходимо будет сохранить в PDF, то есть это не 10 разных файлов с заданиями будет, а один файл, где у вас решение всех 10 заданий, и, соответственно, вот этот файл необходимо будет сохранить в PDF и загрузить в личный кабинет. Спасибо. Дмитрий Шелахаев предлагает нам. Не у всех есть компас, да и поставить его не всегда возможно. Продублируйте файлы компаса форматов DXF, DWG. Я полагаю, это для автокадов. Ну, я думаю, что это не противоречит каким-то нашим, да, регламентам. Все-таки мы разрешаем ребятам пользоваться любой CAD-системой, поэтому... Mm-hmm. Я думаю, что ничего страшного, если мы продублируем в различных форматах, да, и для того же AutoCAD, например, SolidWorks, да, соответственно, для того, чтобы у них была возможность пользоваться наиболее удобной для них программой. Хорошо. Предложение принято, Дмитрий. Юзер спрашивает, можно ли выходить в туалет? Здесь я, если честно, очень затрудняюсь ответить, потому что когда у нас был очный этап, у нас проводилось заключительный этап по Олимпиаде, мы сопровождали ребят. Вот кто знает, что они делали там все-таки в уборной самой, когда мы их сопровождали? Ну, в конце концов, у нас есть естественные потребности. Наверное, мы не можем запретить. Потом нас же обвинят, не дай бог что. Ну да. Дадим 2 минуты. Если не больше 2 минут, точнее, если больше 2 минут отсутствия, то у нас будет подозрение. Вот и все. Ну, или 3 минуты. Ну, да, я предлагаю, может быть, со временем определиться, так сказать. Да, это, наверное, разумное будет решение. Чем можно пользоваться во время решения Олимпиады? Справочная литература, ГОСТы и так далее. Значит, по поводу справочной литературы. Вся необходимая информация вам, справочная, я имею в виду, будет дана в бланке задания. То есть, если это, например, да, там, например, выбор посадки, то есть выдержки из ГОСТа у вас будут в бланке задания, поэтому пользоваться нельзя ничем. То есть все, что вам надо, у вас будет в задании.
Это спрашивал Игорь Антоненко. Надеюсь, мы ответили на ваш вопрос. Алексей Пономарев спрашивает, а можно ли пользоваться справочниками во время экзамена? Вот. Соответственно, нет. Ну, это не совсем экзамен. Денис Уваров. Они были доступны во время отборочного задания прошлых лет. Ну, хорошо. Спасибо, что сообщили. Мы не знали. Никита, что значит задание от предприятия? В рамках каких дисциплин эти задания? Я бы назвал бы это задание больше как кейсовые задачи на логику технического мышления и так далее. Ирина Николаевна, есть ли вам что добавить к моему ответу? Ну, скорее здесь не то, что по конкретной дисциплине, да, здесь скорее объединение нескольких дисциплин. То есть, ну, на производстве, да, все-таки, если вы приходите на производство, им дают какую-то задачу, да, необходимо решить, соответственно, это все-таки, да, построить, например, технологический процесс, да, разработать. Значит, это не только же технология машиностроения, это и метрология, да, там вы выбираете средства измерения, там и режущий инструмент, там еще что-то, да. Поэтому вот здесь вот конкретно выделить, по какой дисциплине будут задачи от предприятия, ну, наверное, не совсем корректно. Было бы. Поэтому вот мы в начале, да, я вам озвучила перечень тех дисциплин, вот, по которым могут быть задачи, да, соответственно, вот задача от предприятия объединяет в себя несколько дисциплин. Вот, наверное, вот так вот я бы ответила на этот вопрос. Согласен. Кирилл спрашивает, будет ли отслеживаться экран участника? Да, будет. Алиса Явлагина спрашивает, можете порекомендовать какую-то литературу по робототехнике или что-то еще? Просто приведенный пример был не очень ясен, как на такое отвечать непонятно. Антон Сергеевич, ваше слово. По литературе, наверное, самое основное, что можно порекомендовать, это Юревич Евгений Иванович, «Основы робототехники», причем совершенно любого года издания. Оно многократно переиздавалось, по сути, там изменений... Как сказать, по тексту там практически нет. Может быть, там только менялись какие-то картинки. Вот. Я напишу в чат, как это называется, еще раз. А про пример не очень ясен. Ну, давайте я попытаюсь как-то пояснить. Ну, например, да, если мы говорили про робота, который должен работать, например, на Луне, понятно, что ну, нам нужно обеспечить его работоспособность. Да, во-первых, мы должны иметь с ним связь, да, какую-то. Поэтому ну, в решении должно быть описано, как эта связь будет организована. Каким каналом? А? Что? Телепатически. Влад. Вот мы почитаем, что нам порекомендуют. Да? Потом, затем мы должны какой-то канал управления обеспечить. Да? Как он будет управляться? Откуда? Например, с Земли он будет управляться или с Международной космической станции он будет управляться. Затем мы должны обеспечить его на нормальное перемещение. Да? Понимаем, что грунт лунный совсем не земной, поэтому, наверное, там какие-то особые конструкции, к примеру, колес должны быть. Да? Опять же, этот лунный грунт может ну, как-то взлетать немножко при движении. Да? Мы, наверное, должны обеспечить, к примеру, защиту каких-то ну, узлов от попадания этой пыли внутрь. Да? Опять же, если мы работаем в космосе, мы понимаем, что, например, мы не можем использовать смазку на основе жидкостей. Да? Понятно, что в той температуре мы ничего хорошего не получим. Да? То такой момент, наверное, тоже должен быть в ходе решения описан. Если мы хотим, чтобы наш аппарат получал какое-то видео, чтобы мы могли видеть, где он, что он делает, да, то, наверное, мы должны обеспечить систему технического зрения, и вы должны будете описать ее, например, ну, очень приблизительно, но описать состав этой системы, да, какие-то алгоритмы обработки видео или фотопотоков и так далее. Все это, я говорю, просто вот чисто описательно. Не требуется, еще раз говорю, никаких там расчетов приводить, просто описательно. Ну и пожалуй, наверное, вот. Ну, собственно, по сути дела, тоже как своего рода кейс-задача, где нет единственного верного решения. А, единственного верного нет, просто вы должны будете показать свою, как сказать, техническую, ну, техническое понимание задачи любой. Это как задача от предприятия, можно считать, как от сенер-така, по сути дела. Ну, может быть. Вот. Кстати, книжка Юревича я раза 4 читал. Очень захватывающий сюжет. Почитайте обязательно на досуге.
Я сейчас в чат напишу, как это называется. Елена Виссарионова спрашивает, а где находится идентификационная форма? Я думаю, что в личном кабинете должна быть. А вот далее Данил, я так понимаю, картинку прислал, и это про форму. Я так понимаю, это, наверное, пояснение как раз вот к вопросу Елены. Скорее всего, да. Алиса, можно открыть? Я просто не знаю. А картинку-то эту можно открыть? Да, там про форму было. Я просто ее сам не могу почему-то открыть, свою картинку. Сейчас откроем. Подождите минуточку. И продемонстрируем на экране, так сказать. Секунду. Сейчас. Вот, да. Нам действительно скинули пояснение. Видно? То есть вот надо скачать эту форму и ее распечатать. Я подпись там поставил и загрузил ее обратно. У меня уже подтвердились данные. Хорошо. Дальше идем по вопросам. Алиса Евлагина спрашивает, необходимо ли включать демонстрацию экрана помимо камеры? Я думаю, что мы по необходимости будем просить участника конкретного, если у нас будут какие-то сомнения, да, по поводу того, что он делает. Яна Кондрашова спрашивает, можно ли будет в процессе решения делать записи на бумаге, черновик для себя или все только сразу в форме для ответа? Вы можете пользоваться черновиком. Соответственно, это не запрещается. Ну, естественно, да, будет оцениваться именно то, что у вас будет в бланке ответа записано. Мария спрашивает, сколько людей будет в одной комнате Zoom? Ну, мне кажется, точнее не спрашивает, а так, точнее говорит сам факт, что будет слишком много людей, и все будут одновременно дышать в микрофон и печатать. Это будет очень мешать. Я просто себе представляю, как 100 человек сидит, дышит в микрофон. Ну, тихо будете, значит. В аудиториях-то, когда экзамены сдают студенты, как бы тоже пытаются не шуметь, чтобы другим не мешать. Как бы в интересах каждого. Елизавета Сидорова спрашивает, можно ли для численного решения задач использовать маткад? Или нужно иметь при себе обычный калькулятор, компьютерный калькулятор, например, еще? Калькулятор при себе иметь. Ну, да, если у нас в очном формате был бы состязание, соответственно, да, у вас бы не было возможности использовать ничего, кроме калькулятора. Поэтому все-таки требования, да, такие же, как при очном, соответственно, состязании. Согласен. И Габриэль Антон Сергеевич Юревич, ЕИ, основы робототехники. Это предложение. Не вопрос. Ну, мы пробежались по всему чату. Евгений Иванович, насколько я помню, да, правильный? Да, все верно. Евгений Иванович. Он у меня даже преподавал. Ну, ладно. Вадим Мелешко спрашивает, могу я в Zoom находиться со смартфона, при этом работать на ПК? Да. Можете и с телефона, и с пекарни. Мария, можете посоветовать литературу по программированию ЧПУ? Значит, ну, литература, наверное, самая лучшая, вот, по крайней мере, на мой взгляд, это даже не справочники, а технические руководства по программированию. То есть это конкретно, да, той системы программирования, например, если мы говорим о синумерике, да, там, правда, достаточно большой
объем там порядка 800 страниц, да, но вам он не нужен, значит, соответственно, да, выбираем оттуда основные функции. Вы в интернете, в принципе, так и можете забить основное руководство по программированию того же Синумерика или Фанука. И чем хорошо, там достаточно подробный есть разбор задач по программированию. Спасибо за развернутый ответ. Юзер, если кто-то будет в зуме с телефона, то не будет видно у него экран, не так ли? Ну, если, допустим, быть в зуме одновременно с пекарни и с телефона, то, соответственно, можно, в принципе, с пекарни демонстрировать экран. Я правильно понимаю? Рассуждаю, точнее. Можно вопрос тоже еще задать, пожалуйста? Сейчас, секундочку, давайте до конца чата дойдем, наверное. Хорошо. Ну, в общем, я не совсем понял вопрос, честно говоря. Если кто-то в зуме будет с телефона, то не видно у него экран, не так ли? Ну, я думаю, имеется в виду, что здесь, наверное, должно быть так, нам надо ответить, что пусть в зуме с телефона, но камера должна быть включена так, чтобы мы видели, что происходит вокруг вот участника Олимпиады. Хорошо. Алиса Евлагиевна спрашивает, обязательно, чтобы в зуме было видно отчество? Но я тут думаю, кстати, если очень, скажем так, часто фамилия типа Иванов, там, например, да, то нужно, наверное. Или как, Ирина Николаевна? Я думаю, что отчество все-таки полное, да, информация о участнике должна быть. Хорошо, тогда вот так вот решили. Дмитрий Шелохаев спрашивает, поясните по формулировкам задания относительно программирования ЧПУ, особенно касательно программирования контура. Давайте вернемся на слайд тогда с программированием. Да. Момент. Так, сейчас, секунду. Я не вижу, на каком это слайде. Да, вот, вот, все, вот этот слайд. Да, вот этот. Так, формулировки заданий. Значит, ну, первый тип, да, задачи. Значит, ну, формулировка такая. Вам задан контур, да, вот как представлен на рисунке, соответственно, со всеми размерами. Вам необходимо будет указать нулевую точку, да, то есть начало системы координат, откуда вы будете задавать ваши, соответственно, координаты, и описать контур детали в G-кодах. Значит, это вот, да, у вас ответ на вот данный тип задач будет вот как, да, вот код, соответственно, код программы, вот, да, как второй тип задачи, вот, будет вот такой вот. Значит, что касается второго типа задач, это вам будет, как я уже сказала, дан код программы, соответственно, вы, например, в компасе, по координатам, соответственно, да, обращая внимание там, да, не только на координаты x, y, например, да, но и на функции, да, вот, например, там g1, g2, да, соответственно, опять же, обращая внимание, вспомните, что такое эквидистанция, что такое контур, значит, вам необходимо будет восстановить данный контур. То есть, да, вы по координатам рисуете этот контур в, соответственно, например, в системе компаса, вы проставляете размеры, отмечаете начало системы координат и данный чертеж, делаете скрин экрана и в виде картинки вставляете уже в бланк, да, с заданиями, там, где у вас место для ответа. Соответственно, вот этот вот контур с системой координат, с нулевой точкой, с размерами и будет решением вашей задачи. Значит, еще раз возвращаюсь к формулировке первой задачи. Здесь наоборот, да, решением вашей задачи будет код, G-код, который описывает, соответственно, контур вашей детали.
ответила на вопрос? Можно еще вопрос? А вот смотрите, во втором типе задания будет понятно, в каком месте находится нулевая точка. Просто она бывает по центру, где-то, может, в левом, в правом задании. Ну, есть вариант задания. Или вы... Да, вот это будет четко прописано. То есть или в задании будет, например, уже указано, да, вот как на рисунке слева вот этого, да, у вас нулевая точка указана сверху. Или, соответственно, например, может быть формулировка, что нулевую точку, соответственно, да, и систему координат вы выбираете самостоятельно. Ну, естественно, она должна быть отображена на рисунке, потому что... Соответственно, когда мы будем проверять, да, мы должны понимать, откуда вы отсчитываете ваши координаты. Надеюсь, тоже ответили на вопрос. Значит, тот же человек, который озвучивал сейчас с нами, говорил по микрофону, он еще написал в чат, что анкеты нет в личном кабинете, про которую вы говорили, или это форма ID и согласие на обработку персональных данных? Это вот как раз форма ID, про которую говорили. Угу. Анкеты там и не было. У вас в личном кабинете ID, соответственно, с согласием, да, вот это вот обработки персональных данных, и, соответственно, в день Олимпиады, 11 числа у нас, соответственно, вам будет доступен бланк вопросов-ответов. Ну, вопросов, да, и где вы будете заполнять ваши ответы. Егор Ракшин спрашивает, задание по материаловедению не будет? По-моему, нет. Нет, материаловедение у нас не заявлено в списках дисциплин. Дмитрий Шелахаев. То есть без учета диаметра инструмента? Видимо, это, по... я так предполагаю, вопрос к программированию, да, станков, да. Имеется в виду. Так, а вот теперь, Дмитрий, если есть возможность, включите, пожалуйста, микрофон. Я не очень поняла, что то есть без учета диаметр инструмента. Это на какой тип задачи? В первом типе задания диаметр инструмента не учитывается? А это уже вы выбираете сами. Ну, соответственно, да, если вы учитываете диаметр инструмента, вот то, что я вас и... То есть показывала, да, что необходимо разобраться с разницей с контуром и эквидистантой. Вот соответствующие функции вы должны показать в коде программы. Это будет сразу видно, на что вы пишете, да, с учетом диаметра инструмента или без учета. Надеюсь, ответили. Алексей Пономарев спрашивает, обязательно делать скрин всего экрана или достаточно самого чертежа? Конечно, самого чертежа. Скрин экрана полностью, да, там с вашей там панелью инструментов нам не нужен. Нам нужен та часть, соответственно, вашего экрана, да, чертеж, который мы будем оценивать. И Юдя спрашивает, существуют разные версии Фанука, и в них могут отличаться некоторые коды. Это будет учитываться, допустим, в учебных... учебных часто есть требования, вспомогательные. Давайте заново. Я поняла вопрос, Владислав, я отвечу сразу на него. Значит, что касается Фанука, да, рекомендуется все-таки в версии 21 писать. Фанук 21. Если мы говорим о программе Синумерик, о системе, да, программирования Синумерик, то это 840-й Синумерик. Спасибо. Александр Севастьянов спрашивает. 2 года назад мне снизили баллы за программирование операции G02, не по ГОСТу. Требуется ли строгое соответствие со стандартом? G02, это имеется в виду уже с большой буквы, с маленькой буквы написано, я правильно понимаю? Да. Да, конечно, у вас станок не, может не, ну, не воспринять, да, этот код, поэтому все-таки давайте, да, мы оцениваем работоспособность вашей разработанной программы. То есть она действительно должна соответствовать системе, да, в которую вы программируете. Единственное, что может быть, да, какое-то...
ну, послабление – это не прописываться номера кадров. Угу. Здесь вот системы, они, по крайней мере, синумерики, они спокойно понимают, да, если вы не прописываете номер кадра. Денис Уваров спрашивает, можно будет как-то получить демо-версию по регламенту, если не ошибаюсь, за 7 суток до Олимпиады должна быть на сайте, но уже менее 7 осталось. Я запросил этот вопрос у Виталия Викторовича Дробщика, вот. Он пока не прочитал, так что как только, так сразу. Могу ему позвонить. Ну, опять же, я повторюсь, что с нашей стороны демо-версии были отправлены на прошлой неделе еще, то есть где-то в начале недели я отправляла эти демо-версии. Возможно, может быть, какие-то технические проблемы, да, ну, с размещением их. Я свидетель, поддерживаю, да. Есть ли какие-то советы для студентов, у которых не было предметов программирования ЧПУ и робототехники? А Майя спрашивает. Ну, что касается, да, я вот за свою дисциплину по программированию могу ответить. Значит, совет следующий. Если, то есть вы совершенно, да, не знакомы с разработкой управляющих программ для станков с ЧПУ, значит, ну, здесь, наверное, взять любое методическое пособие, которое вы там, например, в том же интернете можете найти. Или, как я уже сказала, это руководство по программированию или системы Синумерик 840 или Фанук 21. Значит, там есть, ну, обычно в самом начале, там разбираются элементарные примеры, то есть, да, какие-то такие несложные детальки, прописывается полностью их код. Сразу, да, скажу, что в рамках Олимпиады не будет какой-то сложной детали, то есть это достаточно такой, ну, я бы сказала, примитивный уровень программирования, да, то есть там нету никаких сложной формы, да, там, чтобы там сразу там по трем, по четырем координатам вы программировали, естественно, нет. Значит, совет какой, да, вот в том случае, если у вас не было данной дисциплины в рамках вашего курса образовательной программы. Значит, скачать именно руководство по программированию той или иной системы, опять же, да, повторюсь, что вы вольны выбирать одну или вторую систему, вы будете использовать на Олимпиаде. Значит, и посмотреть вот примеры программирования, вот я могу сказать, что вот, по крайней мере, вот в руководстве по программированию Синумерика 840-го, там практически в самом начале даются примеры обработки, там прям полностью программы написаны на деталь токарного типа, да, то есть там вал, и, соответственно, на фрезеровку. Ну, в данном случае, да, посмотрите, пожалуйста, оба примера, потому что, да, тут не угадаете, да, какой будет, какая будет деталька у вас. Значит, и посмотрите вот такие элементарные функции, как задание инструмента, да, как вы выбираете инструмент, значит, как указывается нулевая точка в программе. Это все самые такие базовые понятия, которые вот идут обычно в самом начале. Далее, что необходимо посмотреть, это, да, элементарное программирование. Вот вы видите, да, на примере контура, который вот справа, слева, значит, здесь, да, по сути, только или прямолинейное движение, или круговая интерполяция, да, то есть это движение по окружности. Значит, соответственно, да, как рекомендация, посмотрите, как задаются ускоренные перемещения, как задаются прямолинейные перемещения именно на рабочем ходу. Далее посмотрите, как, какими методами задаются круговые интерполяции. Да, это вот, соответственно, круговая интерполяция, это у нас перемещение по окружности. В Фануке там не так много вариантов, в Синумерике, ну, основных где-то 4 варианта задания вот этой круговой интерполяции. То есть достаточно легко в ней разобраться, даже если вы до этого не сталкивались с программированием станков. Значит, также обратите внимание, как задается частота вращения, как подача задается, то есть это самые такие элементарные функции.
Ну, вот, наверное, это самая такая рекомендация, которая вам больше поможет. Ну, а по робототехнике, вот там вторая часть этого же вопроса, да? Ну, что могу посоветовать? Ну, конечно, вот почитать книжку, которую я написал в чат, Юревич, «Основы робототехники», посмотреть, какие вообще сейчас существуют разработки в целом по робототехнике. Потому что робототехника большая, и мы же вам не скажем, какие там будут задачи конкретно, да? Поэтому нужно вам охватить как можно больше, да? Посмотреть, есть... Например, если робот мобильный, то есть, который сам движется, посмотреть, как он устроен, из чего он состоит, какими системами его обеспечивают. Потом существуют роботы, например, промышленные. Да, все их, наверное, видели, например, на примере автомобильного предприятия, автозавода, да, которые перемещают какие-то заготовки, либо которые варят, которые там, ну, красят, что угодно. Получить понимание о том, в чем там принципиальное отличие и какие у них особенности. То есть тут вот и книжка Юревича, ну и, наверное, погуглить можно смело. Я могу, наверное, напишу тоже в чат сайт научно-исследовательского института робототехники, который находится у нас в Петербурге, ЦНИ РТК. Там посмотреть в разделе «Наши разработки», посмотреть, какие разработки были, и можно будет представить, что там требовалось. Ну, может, Владислав нам что-то подскажет, он все-таки выпускник по направлению робототехника и мехатроника. Может, он посоветует со своей точки зрения? Владислав? А Владислав нас бросил. Нет, не бросил. Может, что-то сможешь посоветовать вот ребятам, вот кто не изучал робототехнику, что им, вот как вопрос, вот мы отвечаем, да, вот от Амаи. Что посоветовать по робототехнике? Ну вот где посмотреть людям, например, которые ее не изучали. Конечно, еще раз говорю, там не требуется прям глубоких познаний каких-то, там никаких не нужно писать там программных кодов для управления роботами, ничего этого не надо. Но главное понимать, из чего сейчас состоит робот, в зависимости от того, какие задачи он выполняет. Вот это, наверное, основное. А дальше там при решении этой задачи требуется, ну, чисто техническая смекалка, инженерная смекалка. Логика скорее. Ну, естественно, логика, ну, и смекалка, чтобы придумать какое-нибудь изящное решение, да, и получить, может быть, балл выше, чем без такого решения. Ну, вообще робототехника – это скорее такое инженерное творчество, я бы его так вот назвал. Ну и задача здесь такая, именно творческая, да, то есть там можно, конечно, напридумывать кучу, но для того, чтобы там это все собрать в одну кучу, надо понимать, из чего эти роботы состоят и чем они... Как раз таки вот в книжке Юревича это все и черно по белому прописано. И очень понятно, доступным языком, там практически даже формул нет, насколько я помню, да, одна или две там где-то мелькали. Очень наглядные рисунки, очень простым, понятным языком там все описано. Да, даже прикольные сюжетные повороты в этой книжке. Что? Даже прикольные сюжетные повороты в этой книжке. Ну, но я финал не буду рассказывать, это спойлер. Не надо финал рассказывать, я думаю, всем будет интересно самим до него добраться. Егор Ракшин дальше спрашивает, достаточно ли для G02, G03 указывать центр интерполяции без радиуса? Можно ли ставить значок процент в начале программы? Нужно ли ставить? Значит, ну, если значок процента не поставите, как ошибку, ну, считать не будем. Значит, для G2, G3, это у нас круговая интерполяция, значит, помимо центра интерполяции радиус указывать нужно. То есть посмотрите в системе, это, я так понимаю, про синумерик больше речь идет. Ну, в любом случае, в фунуке тоже радиус, он указывается. Значит, и все нумерики посмотрите, если будете в этой системе программировать, как я уже сказала, там, ну, такие основные, которые больше всего используются, 4 метода программирования, и радиус там присутствует обязательно. Дальше, наверное, тоже от Дениса Уварова прочитаю вопрос, тоже по ЧПУ прям. Задача по ЧПУ на сверление будет или... Или только задача контурные. На чему сверление будет или только контурные? Значит, сверлить отверстия мы вас просить не будем, потому что
понимаем, что циклы достаточно объемные, особенно в синумерике, да, особенно если мы у вас будем глубокие отверстия сверлить. Ну, наверное, даже преподаватель четко до конца не помнит, да, в какой последовательности идут параметры. Там их достаточно много. Поэтому здесь скорее задачи будут сводиться именно к разработке программы для обработки контура. Причем здесь я подчеркну, ну, насколько помню, в условии у нас это прописано, задача, да, именно чистовой проход, да, то есть не надо делать несколько проходов, это не черновая обработка, да, там потом получистовая там и финишная, нет, это чистовая обработка за один проход, то есть вам один раз нужно описать контур, да, соответственно, для того, чтобы получить окончательные размеры, на, которые вам представлены на чертеже. Спасибо. Мария спрашивает схему железоцементит. Можно не повторять? И как насчет определения степеней свободы механизмов этих заданий тоже не будет? Как насчет определения степеней свободы механизмов этих заданий тоже не будет? Ну, я, наверное, с вашего позволения, вот про формулу, что там у нас, железоцементита, вы ее точно можете не повторять. Значит, по крайней мере, для Олимпиады, да, но я бы хотела открытым все-таки оставить по поводу задач по ТММЛ, да, вот конкретно вот этот момент. Повторите степени свободы механизма. Mm-hmm. Да, вот я конкретно не буду отвечать, будут они или нет, да, но лишним не будет, повторить. Алиса Елагина спрашивает, если по условию задания во время Олимпиады станет что-то неясно, можно задать вопросы, или если не понял, то все? Я думаю, что да, можно будет задать вопрос. Вопрос можно будет задать. Так, у нас есть вопросы по микрофонам, в чате закончились. Нету, по-моему, вопросов больше. У меня есть вопрос небольшой. А нужно ли при демонстрации камеры, ну, точнее, при включенной камере показывать рабочий стол или достаточно только лицо? Опять же, да, повторюсь, соответственно, самое главное, чтобы во время Олимпиады мы видели именно ваше, да, лицо, но при необходимости, соответственно, член, да, комиссии может попросить вас продемонстрировать ваш экран. Постоянно демонстрировать не надо. Я имею в виду не экран, не рабочий стол компьютера, а рабочий стол реальный. Именно стола, да. Да-да. Нет, там. Не надо. Хорошо. Спасибо. Так, еще один небольшой вопрос хочу добавить. Да, Егор, давайте. По поводу камеры снова. У меня довольно старая камера, и там, ну, лицо мое видно, но достаточно размыто. Достаточно ли этого? Ну, достаточно, чтобы через камеру было видно мой паспорт и мои данные? Или нужна камера более хорошего качества? Ну, она насколько у вас размыта получается? Ну, мы ваше лицо нормально будем видеть? Ну, вы можете... Я могу показать. Сами вы как оцениваете по 10-бальной шкале? Ну, 5 из 10 где-то видно. Ну, то есть, если мы вас попросим показать паспорт, мы четко сможем сличить, да, что это действительно вы с паспортом. А можете сейчас показать? Да, давайте сейчас покажу. Мне видно? Качество. Я могу примерно, просто показать, видно ли надпись здесь? Вопрос. Ну, я пока посмотрю. Экран презентации вижу. А, не видно моей камеры, ну. Подождите, ладно. Я вижу. Подождите. Видно? Камеру видно. Вот, я могу показать, например, тут билет, видно ли текст? Ну, нет, у вас нет? Все размыто очень. Совсем плохо, да? Да, да, вот у нас как бы год назад начался карантин, за год-то могли бы камеру-то приобрести. Я им не пользуюсь. Ну хорошо, приобрету тогда. Денис, еще один вопрос. Пояснение к коду надо писать по чипу? Нет, пояснение к кодам писать не нужно, просто код программы. Угу. А Елена Васарионова написала, что есть вопрос. Хорошо. Елена, можете озвучить ваш вопрос? Или написать.
Обычно, когда мне пишут, есть вопрос, я пишу «молодец». Видимо, Елена передумала. Так, ну, я так понимаю, вопросов, по крайней мере, в чате у нас больше нету. Желает ли кто-то задать вопрос так, ну, через микрофон еще? Ну, Антон Сергеевич прислал ссылку rtk.ru. Это просто так порекламить? Нет, это я же вот, когда отвечал на вопрос, где что посмотреть, я рекомендовал, например, зайти на сайт ЦНИ РТК и там в разделе «Наши разработки» посмотреть, ну, вот то, о чем мы говорили, да, что если мобильный, из чего он состоит и так далее. Вот это, этот сайт. Как раз сразу с главной страницы, там кнопочка «Наши разработки», и можно зайти и посмотреть. Да, кстати, познавательно. Так, ну, я так понимаю, больше вопросов у ребят нету. Но меня смущает Елена, которая написала, что есть вопрос. Елена, у вас есть вопрос все-таки? Или если вопросов нет, то я думаю, что мы можем завершать тогда нашу конференцию. А, я, кстати, хотел сообщить, что я позвонил Виталию Викторовичу. Угу. О, вопрос снят. Хорошо. Я позвонил Виталию Викторовичу, он сам не ожидал, что демо-версии там до сих пор нет, и сказал, что сейчас позвонит. Будет требовать, чтобы ее сегодня же загрузили на сайт. Пока он не перезванивал. Но, по крайней мере, проблема озвучена, вот, и я уверен, что она уже дошла до оргкомитета Олимпиады. Ну, это все, что я хотел сообщить из орг-моментов, так сказать. Ну, если вопросов со стороны участников... Как быстро запись появится на сайте, спрашивают сразу же. Запись, вот сейчас мы с вами закончим, у меня пройдет конвертация, вот, и я сразу же загружаю это дело на Google диск, вот, и отправляю Виталию Викторовичу. Он, соответственно, уже отправляет дальше в оргкомитет, который загружает это все дело на сайт. Такая вот механика действий. Вот. Возможно, запись появится не быстро, я так думаю. Может быть, завтра, послезавтра. По крайней мере, я думаю, что... Не знаю, наверное, какие-то другие методы распространения этой записи нашего вебинара, наверное, их у нас нет? Или как? Я думаю, что все-таки организаторы должны официально на сайт загрузить эту запись. Угу. Ну, то есть лично никому рассылать нет. Не стоит. Хорошо. И Алиса Елагина спрашивает, демоверсия также должна появиться в личном кабинете? Да, да, также. Ну, точнее, я думаю, что на странице самого направления подготовки, вот, направления машиностроения. Вот. А нет телеграм-чата? Нет, нет у нас телеграм-чата. Ну, собственно, полагаю, что если больше вопросов нет, вы так или иначе, по, если, допустим, демо-версия так и не появится там, да, и, допустим, уже долго не будет появляться, например, послезавтра, да, до сих пор не появится запись, то можете сообщить кому-нибудь из нас, вот, мы, соответственно, этот вопрос будем уточнять. Можно вот так поступить. Я так думаю, что мы можем тогда завершать, да, нашу конференцию. Ну да. Ребята, я благодарю вас, что вы присутствовали сегодня на нашем вебинаре. Я надеюсь, мы смогли ответить на все ваши вопросы. Ну и, наверное, удачи вам в воскресенье на Олимпиаде. Успешно вам подготовиться, выступить и занять
как минимум призерствуя, призовое место, а как максимум стать медалистом. Вот. И участвовать в других наших, так сказать, практикоориентированных проектах. Спасибо. Всего доброго. До свидания.